Почему не удалось победить? Потому что все люди готовятся, все спортсмены готовятся, и это не значит, что я подготовился лучше, и я выиграл. Нет, тут идет борьба, тут идет такая не только психологическая, да, но и физическая. Ну, я не знаю, я сегодня доволен результатом. То есть по такой погоде я считаю, что это достаточно приличный результат. Можно было прыгать и выше, но немножко где-то технически мы чуть-чуть подпортила немножко погода, но я думаю, что на Европе все будет в порядке. А может быть, надо было чуть-чуть с тактикой? Может быть, стоило взять 2.30, а не переносить сразу на 32? Ну, вы знаете, я не знаю, как бы тут, в принципе, первые двое определились, да, которые достаточно для того, чтобы участвовать в чемпионате Европы. И тут уже шла, скажем, тактическая борьба, а не на то, чтобы взять там 30, 32, 34. Я старался как бы все-таки преодолеть, да, первым эту высоту, чтобы, может быть, где-то подломать психологически, но чуть-чуть не получилось. Ну, я говорю, будем стараться, будем тренироваться, я очень доволен, что 28 у нас получилось, и 30 можно было, и 34, и 32, то есть все в порядке, все нормально, то есть как мы планировали, готовились, так все и получилось.